День добрый, друзья дорогие, все наши подписчики, зрители, клиенты и, конечно же, конкуренты. Компания Arbat Homes приветствует вас. Я Татьяна Пекер из солнечной Алании. Сегодня 1 апреля, чем вас. И поздравляю всем счастья, здоровья, удачи, успеха и мира всем нам над головой. Дорогие мои, сегодня на повестке дня район Верхней Обы. Сразу озвучу ценник. Это от 82 тысяч евро на этапе котлована. Самая-самая начальная стадия. Ценник не фиксированный, то есть будет повышение несколько раз цен. Поэтому, если вы хотите именно по этой цене приобрести, нужно по номеру телефона писать, бронировать и уже дальше это обсуждать с нашим дорогим Асым Беем. Комплекс находится в районе Верхней Обы. До моря около километра расстояние. В последнее время иностранцы предпочитают покупать именно Верхние Оби. Почему? Инфраструктура здесь присутствует вся. Вот даже мне отсюда видна у нас городская больница. Я скажу, пешком, наверное, минут 6-7. Недалеко находится частный колледж ТЭТ-колледжи, магазины, сетевые маркеты не в каждом доме, но так как популяция района постоянно увеличивается, соответственно, они уже растут, как грибы после дождя. Магазин «Метро», магазин «Кочташ» и так далее, все, что ближе к трассе, к объездной, находится в пешей доступности. Почему же еще предпочитают именно Верхнюю Обу? Потому что здесь больше 90% недвижимость вся новая, старых домов нет, как в некоторых районах, и нет плотной застройки, то есть не дом в дом. Вот эти вот два, в принципе, аспекта очень важны, почему приобретают именно Верхние Оби. Итак, поехали подробно о комплексе. Уже поставили портативный офис застройщика, это значит, что скоро-скоро начнет строительство, а именно в первой декаде апреля стартует стройка, и комплекс будет сдан в эксплуатацию через год. Это будет май 2023 года. Сразу скажу по плану оплаты. 40% первоначальный взнос, и дальше можно будет разделить на равные части и оплачивать беспроцентной рассрочкой до конца строительства. Но застройщик предлагает следующий бонус. Если вы оплачиваете полную стоимость за недвижимость в этом комплексе, то вам предлагается одна или несколько единиц бытовой техники. Так что об этом нужно будет обязательно пообщаться нам с вами. Пишите в комментариях. Итак, площадь участка составляет 3000 квадратных метров. Всего будет два блока пятиэтажных, так как в районе Обы и в центре Алании, также в некоторых других районах, как Кыргызчак, ввиду качества и плотности грунта, высотки строить не разрешают. Так что два будет у нас пятиэтажных блока. Типы планировок 1 плюс 1, 52-58 квадратных метров. Стоимость стартует на данный момент от 82 тысяч евро. Цена будет повышаться несколько раз. Планировка 2 плюс 1, это квартира одноуровневая с двумя спальнями, она одна в наличии. Поэтому, если хотите, также бронируйте по номеру на экранах. 86 квадратов, и ее стоимость на данный момент 120 тысяч евро. И следующая, последняя планировка – это дуплексы, двухуровневые квартиры с двумя спальнями, 100-130 квадратных метров и от 140 тысяч евро стоимость этих квартир. Что касается инфраструктуры, открытый плавательный бассейн, это генератор, конечно же, куда без генератора в новых комплексах, это тренажерный зал, большая ухоженная территория, я скажу, что 3000 квадратных метров. Это массажный кабинет, это сауна, это комната отдыха и так далее. Смотрите на экране сами. Вот, дорогие мои, вот и наш сегодняшний проект. Вот, решила на бугорочке подводить с вами итоги. За мной как раз находится территория будущего комплекса. Вот этот вот апельсинчик я как раз украла оттуда. Вообще у нас здесь местные жители, конечно, не воруют, не делают такие вещи, но я его сорвала не для того, чтобы съесть, а просто чтобы показать вам. Как раз на территории комплекса есть очень много апельсиновых и других цитрусовых деревьев. Жалко, что это будут все выкорчевывать, но застройщик сказал, что они постараются сохранить хотя бы какую-то часть. Итак, что мы с вами сегодня смотрели? Комплекс на начальной стадии строительства в районе Верхняя Оба. Расстояние 1 километр до моря. Пусть вас не пугает расстояние,
потому что сейчас разговаривают о том, чтобы запустить бесплатный автобус, шаттл, мы его называем, как уже и другие застройщики, в принципе, верхние обе делают, то есть несколько раз в день ездят бесплатные автобусы от комплекса до моря или до центра. Об этом нужно будет позже разговаривать с застройщиками. Три планировки: 1+1, 2+1 одноуровневая квартира и 2+1 дуплексы. Стартовая цена сейчас 82 тысячи евро. Дорогие мои, два блока пятиэтажных, инфраструктура вся здесь, школа, ТЭТ-колледж, метро и так далее, все магазины и сетевые маркеты также будут появляться больше и больше. Чем больше комплексов, тем будет богата наша инфраструктура. У меня на сегодня все, дорогие мои, жду ваших комментариев, вопросов и пожеланий. Всем счастья и добра. Пока.